в сад. Сейчас конец апреля, сегодня Пасха, 28 апреля. И посмотрите, какое замечательное, чудное цветение фарцизии. Это один из первых кустарников, который зацветает. Такой солнечный, яркий цвет, просто радует. И является таким обогащением, красотой вашего сада. Да, светлым пятном, таким ярким, сочным пятном в каждом саду. Сад должен быть не только плодовитым, но и красочным. Эстетика – это главный фактор нашего с вами развития, так ведь? Да, присмотритесь к этому кустарнику, может быть, в вашем саду тоже стоит его посадить. Мы тут верхушечки не успели подрезать, потому что горячая пора. Мы подрежем, превратим его в английские кустики, подрезанные, как вот в прошлом году. Они будут благополучно создавать маленький садик, маленький такой микроклимат. А у нас здесь, вот видите, здесь рядом теплица, как бы с северной стороны. А здесь внутри маленький дворик, в котором можно прекрасно посидеть вечером или днем в легкой тени, в красивом окружении цветов и, естественно, что с бокалом вина поговорить о нашем с вами будущем. Подписывайтесь на канал Топсад. Мы всегда рады новым друзьям. Удачи на даче вместе с фарцизией в придачу.